изъяны! Новый год, город изъяны! Нам пора бороть изъяны! Нам пора бороть изъяны! Молодой, бросай табак! Молодой, бросай табак! Сигарета – это враг! Сигарета – это враг! Курить или не курить, каждый решает для себя сам, быть красивым и здоровым, заниматься спортом или стать сознательно зависимым от табака. Но объяснять, особенно начинающим курильщикам, стоит, пусть и таким необычным способом. На наш взгляд, альтернатива курению – это здоровый образ жизни, это интересные новые занятия, творчество. А сегодня у нас в городе очень много чем можно заниматься, не только спортом, но и другими направлениями культуры. У нас много и творческих коллективов, и КВН движение огромное, и, конечно, и театры, и кино. Сочи несколько лет назад принял хартию «Город без табака». Гости курорта это заметили. Отмечают, в Сочи курят меньше, чем в других городах России. Нам понравилась активность молодежи. В борьбе против курения. Мы сами не курим, мы с Владивостока, гости города. Нам приятно все это видеть. Но здесь, конечно, на остановках и вообще везде очень редко можно увидеть курящего человека. Это радует, приятно просто гулять по городу и не чувствовать дым табака. Сами участники акции, это молодая гвардия «Единой России», объясняют, курить не престижно, не модно и вредно. Нынешнее поколение молодых людей не все, но большинство выбирают другие привычки. Нужен пример показать, как бы, человек. Если, конечно, вот представьте, если все, большинство людей, 90%, например, людей не будут курить, пить и так далее, то люди начнут, молодежь, начнет заниматься спортом и активно участвовать в каких-либо деятельностях. Отказаться от сигарет в пользу здоровья – удел сильных людей. Те же, кто не может справиться с пагубной привычкой, должны помнить, в мире только за одну минуту от курения умирает 7 человек. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.